Более 80 километров автомобильной трассы сейчас приводят в порядок колымские дорожники. Работают на 20 объектах. Об этом говорили на заседании общественного совета при Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области. В рамках текущего содержания дорог ведутся работы по ямочному ремонту. На дороге Солнечный Ола рабочие устранили ряд просадок, которые влияли на безопасность дорожного движения. В этом году планируем мы ввести в эксплуатацию, привести в нормативное техническое состояние более 35 километров дороги. Вот. Помимо этого, заключили контракт в этом месяце на устройство искусственного электроосвещения. Электроосвещение будет устраиваться в населенных пунктах. Это в черте города Магадан, Уптар, Сокол, Палатка, Дебин, Ягодная. 6 населенных пунктов. Состояние автотрасс в регионе проверяют 2 раза в месяц. Планируется реконструкция дорожного полотна в районе перевалов. Необходимо уширять проезжую часть, а для этого необходимо там сопку разбирать. Ну, в общем, это такой глобальный тоже объем работ. Он на контроле, и я думаю, что в ближайшем будущем, как минимум, с проектами мы туда пойдем. Будем привлекать проектировщиков. Ну, по крайней мере, часто дорожное покрытие как-то надо выравнивать. Ну, ГУБДУ Магаданская там в рамках содержания профилировку выполняет. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы идут на 3 участках в городе. По улицам Парковая и Речная, на Колымском шоссе. Из федерального бюджета на их ремонт направят 190 миллионов рублей.